Қайырлы киберфутбол кеші, құрметті Сетанта Қазақстан телеарнасының барша көрермендері назарымызда Сетанта Pro League Ultimate Team Қазақстанның киберфутболдан үздік чемпионаты. Бүгін А тобының матчтарына куә боламыз. Бұл ойындарда комментаторлық қызмет атқаратын әдеттегідей мен Әлімжан Асқаров және матчты асыға билеп күтіп отқан әріптесім Петр Воликов. Спасибо, Әлімжан. Добрый вечер, уважаемые любители киберфутбола. Снова телеканал Сетанта Казахстан. И снова турнира на территории Казахстана Сетанта Pro League Ultimate Team. И у нас группа А. Сегодня Алмаз Касымжанов Алматы против Ислама Бакытова Актау. Сразу есть изменения, я вижу, в составах обоих игроков. Там, по-моему, сверкнул, мелькнул состав у Алмаза Касымжанова. Да, здесь два сразу, две легенды, две информации. Видимо, очень серьезно настроен. Фердинанд, Лоран Блан, информ Бен Едера, Килиан Баппе. Алмаз Касымжанов зря время не терял в промежутке. Ну и состав Ислама Бакытова немного он скромнее. Лига чемпионская, карточка Лукаса Моур, Рафа Варан, с Атлетико Бильбао по имени Демаркос. Ну и, в общем, состав, как я уже и сказал, у Ислама Бакытова немного поскромнее, чем у Алмаза Касымжанова. Но Алмаз Касымжанов сразу, можно сказать, усилился просто нереально круто. Посмотрим, что же продемонстрирует Алмаз Касымжанов. По сравнению с первым туром, этот состав, ну, просто бомба. Лоран Блан с мячом отдает пас на Погба, Бен Едер. И сам Бен Едер еще дальше. Антони Марсиаль финтит на фланге. В штрафной площади, точнее, Поль Погба под удар. Нет, Кандагбия. Снова Бен Едер. Кандагбия, кстати, у нас именно только у двух представителей группы А есть в составе Джеффри Кандагбия, полузащитник Валенсии. Это Алмаз Касымжанов, как мы, собственно, только что с вами убедились. И Арман Пирманов. Это два участника Сетанта Pro League Ultimate Team, которые ставят в основной состав именно Кандагбия. Ну, будет время у нас еще с Алимжановым Скаровым спросить, почему же именно Кандагбия им так сильно нравится. Видимо, по игре очень уж силен этот полузащитник на позиции ЦП. А пока в атаке Алмаз Касымжанов. Снова Поль Погба. Перевод на Кандагбия. Снова Погба. Бен Едер. Состав Алмаза Касымжанова чем-то мне напоминает состав Армана Пирманова. И Бен Едер информный, и Килиан Баппе. Только вот в составе Армана Пирманова мы не наблюдали двух легенд, таких как Рио Фердинанд и Лоран Блан. Кандагбия, Бен Едер. Ну что, затяжная атака Алмаза Касымжанова должна чем-то уже закончиться, чем-то опасным, видимо, потому что уж очень долго он разыгрывает мяч. И, пожалуйста, подтверждение моих слов. И сам Бен Едер информный. Карточка 84 рейтинг у француза. И именно он открывает счет в нашем матче. Алмаз Касымжанов. Рикошета не было. Все зашло после прямого удара. 1-0. Алмаз Касымжанов выходит вперед. Но вот Алмаз после проигранного в первом туре матча Арманом против Армана Пирманова собрался, видимо, не только мысленно и морально, но и денежно, возможно, Алмаз Касымжанов, потому что вот эти игроки, ну, явно очень дорогие. Погба с мячом. Поль Погба еще дальше. Килиан Баппе. Еще раз хотел Алмаз Касымжанов закрутить в дальний угол этим ударом, но не получилось. Первый гол именно так и был забит. Опасный момент. Уголерис на месте. Ну, как-то Ислам Бакытов больше защищается пока с начала встречи. Ни одной атаки, еще и ошибки какие-то очень детские. Мбаппе. Марсиаль. Снова Килиан Мбаппе. Антони Марсиаль. Бен Едер. Повтор такого же удара. И 2-0. Я помню, как в 18-й FIFA вот такие вот удары практически из 10, ну, наверное, 8 залетало. Если дать пространство... Ну, как же Лоран Блан круто выглядит. Если дать пространство, закрутит абсолютно любой фифер. 18-й FIFA. Ну, и видим, пожалуйста, на примере Алмаза Касымжанова, что и в 19-й FIFA
FIFA таким ударом тоже можно забивать очень легко. Уже два удара Алмаса Касымжанова, однотипные два удара, и счет на табло у нас уже 2-0. Габриэль Жезус, ответ Ислама Бакытова, Фермино. Пас на фланг, Антони Марсиаль, будет подача, нет, пока финтит, прострел, и здесь как раз таки все тот же Лоран Блан. Пока мы Рио Фердинанда в игре не видели, в игре в отборах, ну, это из-за того, что Ислам Бакытов пока не очень сильно активно действует впереди. Марсиаль, перевод на поле Погба, Погба с мячом, только Алмаз Касымжанов, и все атаки только пока у Алмаза Касымжанова, если убрать вот предыдущий эпизод, ее, наверное, не назовешь опасным моментом у Ислама Бакытова. А вот это вот опасный момент, лонгшот от Алмаза Касымжанова. Уго Льорис на месте. Ну вот, давай, Ислам, давай посмотрим на твою атаку. Хороший пас, нет, не прошел. А вот и Рио Фердинанд во всей красе прервал сейчас эту передачу от Ислама Бакытова. И очередная атака в исполнении Алмаза Касымжанова. Мбаппе еще дальше, Бен Йедер. Бен Йедер отдает пас на Кандакбия. Кандакбия в штрафной, финтит. Финтит, и Де Маркус сыграл здорово. Атобның алғашқы матчында виртуалды жарты сағат уақыт артта қалатын кезге жақындадық. Ақтаулық Ислам Бақытов өзінің қарсыласы Алмаз Касымжановтың құрамын алғашқы минуттарда көрген кезде бір үреге бой алдырған шығар деген ой бар. Әуелеткен пас бұрыштама добы Санчес алып қойды. Аңыз футболшының пасын дәл адресатына жеткізбей Де Маркос. Орта ғырай пас Казимира, Габриэль Жезус. Қайда енді Алмастың шабуылы шығып келе жатқан сияқты әдемі болып Марсиаль допты ұзақ енді ұстап қоймасы. Үш ойыншыдан айласын асырып жіберді. Әдемі қима пас берілген Давид Дехеяның қолынан табылуда. Екі аңыз футболшыны көрдік біз екінші турда, бірінші турда ешқандай ондай атағы дәрежелі футболшы, атақты дәрежелі футболшыны көрген жоқпыз. Мансабын аяқталған екінші турда байқадық. Бен Йедер қазір шабуылда. Өзі алда өтті, және Марсиальға пас, Марсиальдің соққысы Варан құтқаруда, Уго Льористің қолында. Екінші турда одан кейін Бексұлтан Кеулімқосов, Эммануэль Петиді алып шыққан кезде Петр Воликов екеміз біз қандай керемет эмоцияларға бой алдырған едік. Бүгін біз қос бірдей аңызды бір құрамнан көрудеміз. Роберто Фермино, Лукас Моура, Габриэль Жезус қайтаруда, Моураның соққысы Давид Дехея. Лоран Блан мен Рио Фердинанд екеуі құрамда. Алмаз Касымжанов, алматылық Фифер осындай командасын керемет қылып жасақтап алды. Бұрыштама добы, Фабиньо әуелеткен пас. Кайл Уокер қарымта шабуылға шығуда. Марсиаль артқа қарай өзі қысып Погбоға допты берді. Погбаға допты берді. Кайл Уокер қаптал арқылы орта қарай пас, Мбаппе, Погба, Бен Йедер, Погба сол қанатқа қарай доп. Марсиаль қайда енді, айбаланына өзі еніп келе жатыр Марсиаль. Мбаппе соққы қақпадан қиыс кетуде. Допқа иелік ету көрсеткішінің статистикасында назарға ұсынды. 60%-дан көп қазір номиналды алаң иелері допты ұстауда. Алмаз Касымжанов екі турдан кейін екінші орында, бір жеңісі бар, бір жеңілісі бар бұл команда. Да, Алмастың командасында үш ұпай. Әуелеткен пас тағы да. Кондогбия, Вирджил ван Дейк, Лоран Блан. Блан Варраннан өтпеді допты. Өткізе алмады. Бен Йедер алып қойды. Қорғаныста тамаша сауатты ойнауда Ислам Бақытов. Енді соның арқасында қарымта шабуылға шуға болады. Роберто Фермино ашық алаңды жақсы таптың. Марсиальға пас, Бенджамин Менди, Фабиньо асықпай қазір есепті қысқартудың мүмкіндігін іздемек. Батыстың киберфутболшысы бірақ тайм аяқталудың алдында. Кайл Уокер осы жерден енді гол соқпағаннан кейін ары қарай бұндай мүмкіндік тумайтын шығар деген ой бар. Ислам Бақытов әзірге соңғы болып келе жатыр. Екі турдың қорытындысы бойынша жеңіске жеткен жоқ бұл киберфутболшы. Десе де алда екінші тайм бар. Екінші таймда ұпай алуға деген ынтасын көрсетуге мүмкіндік жетерлік болады.
Дорогие друзья, возвращаемся мы на второй тайм между Алмасом Касымжановым и Исламом Бакытовым. Пока с вами был Алимжан Аскаров под конец первого тайма. Заметил я изменения в эмблемах у обоих фиферах. Ну, по-моему, таких не было. Эмблема сборной Голландии у Алмаса Касымжанова и эмблема сборной Франции у Ислама Бакытова. Если по эмблемам, то можно судить, что у нас сборная Голландии и Франции встречаются. Да, Уотфорд был у Алмаса Касымжанова. Бен Ядер тем временем атакует. Килиан Мбаппе. Уго Льорис на месте. У Ислама Бакытова был Манчестер Сити. Я не знаю, с чем связано изменение эмблемы у обоих фиферов. Да, был Уотфорд и Манчестер Сити. Сейчас Голландия и Франция. Но, как я и говорю, эмблемы одно из самых интересных, что можно попробовать разгадать про фиферах, про наших фиферов, почему же они именно такие эмблемы ставят. Ну вот Голландия и Франция здесь абсолютно я не знаю почему. Может быть, личные пристрастия какие-то есть у обоих участников Седанта Pro League Ultimate Team. Второй тайм, и снова он проходит так же, как и первый, в атаках Алмаз Касымжанов постоянно, но Ислам Бакытову приходится только обороняться. Обороняться, обороняться, еще раз обороняться. Хотя вот под конец первого тайма у представителя Актау была одна опасная атака. Впервые, по-моему, там вступил в игру голкипер Алмаса Касымжанова. Фермина. Фабиньо. Казимиро. Лукас Моура. Еще дальше. Габриэль Жезус. Ошибся. Ислам Бакытов и Фердинанд. Но вот эта связка Рио Фердинанда и Вирджила Ван Дейка пока по игре Алмаса Касымжанова, ну, просто бомбическая какая-то. Очень трудно дается Исламу Бакытову вскрыть оборону там, где легендарный англичанин и где, возможно, уже можно назвать легендарный голландец. Хотя еще, наверное, до легенды Вирджилу Ван Дейку еще рановато. Кайл Уокер. Пас на фланг. Здесь Килиан Мбаппе. Килиану Мбаппе пока Ислам Бакытов. Вот что здорово делает Ислам, так это не дает абсолютно разогнаться Килиану Мбаппе. Погба рядом со штангой. Ну и, собственно, сделал работу над ошибками Ислам Бакытов после первого тайма. Пока не дает пространства Алмасу Касымжанову для опять снова вот этого обводящего удара, которым Алмаз Касымжанов забил дважды ворота Ислама Бакытова. Казимиро выигрывает воздух. Де Маркос. Лукас Моура еще дальше. Казимиро. Жезус. Роберто Фермино. Попробовать можно лонгшот. Не подает передачу. Не дотягивается Лукас Моура. Давид Де Хеа покидает ворота и забирает этот мяч. Бен Ядер. Лоран Блан. Снова Лоран Блан, Килиан Мбаппе. Может быть, те люди, которые ни раз не смотрели киберфутбол на нашем телеканале, сейчас включили и где-то на диванчике уселись удобно, могут быть, наверное, в шоке. Скажут, что же говорит ваш покорный слуга, что же говорит этот комментатор, какой Лоран Блан и Килиан Мбаппе в одной команде. Но нет, дорогие друзья, это FIFA. Здесь есть карточки легендарных футболистов, таких как Лоран Блан и Рио Фердинанд. Поэтому мы с Алимжаном не сошли с ума. Действительно, Лоран Блан. Можно посмотреть на игру легендарного француза в киберфутбольной лиге Ultimate Team Сетанта Pro League. Кайл Уокер с мячом. 72-я минута встречи. У нас уже счет по-прежнему 2-0. Кондогбия, Марсиаль, Артагаре, Блан, Бенедер, Кондогбиянын соққысы бұғатталуда лонгшот жасамақшы ой болған алыстан соққы дарытпақшы еді қақпаға қарай. Қорғаныс бекем. Блан, Казимиро өткен жоқ. Екі голды жіберіп алған санамасақ, Ислам Бақытовтың қорғанысы негізі мықты қазір. Едер, Мбаппе. Блан қандай керемет ойнауда. Қазір міне допты сол шабуылға шығарып жатқан. Алға қарай барлығын жасаушы шебер ойыншы қазір. Өзім тұлып келе жатыр енді. Едер. Алыстан соққы бағыттау. Қандай әдемі лонгшоттан гол соғылуда. Неткен керемет гол. Есеп 3-0.
қайтадан Бенедер, оның хет-трикі шатаспасам. Бенедер үш голды да осы футболшы соғудам. А топында негізі Едердің жолы керемет өрбіде. Забивает француз под эмблемой сборной Голландии и радуется, как итальянец Марио Балотелли. Это только в виртуальной лиге можно увидеть. Он барлығын жасап жатқан алматылық Алмас Касымжанов. Роберто Фирмино. Фирминодың паса. Жезус. Өте алмады Жезус. Вершил Ван Дейктен. Он шамышашына өмірде де өтуге болмайды. Виртуалды киберфутболда да айласын асыру қиын. Бұл футболшыдан Бенжамин Менди. Үш гол соғуда Бенедер. Атопындағы Арман Пирмановтың да үздік футболшысы осы еді. Бірақ алдын-ала ақпарат бойынша менің білуімше Арманның командасында қазір Едер жоқ. Неліктен екендігі осы матчтан кейін білесіздер. Егер әлі бұл ақпаратты естімесеңіздер, бір таңғалып қаласыздар. Бұл кездесуден кейін көрсетеміз Шымкенттік Фифердің ойынан. Марсиаль. Кондукби сақтап қалды допты. Мбаппе, Килиан Мбаппе тағы да соққы болар ма? Пакбадан рикошет, бірақ Уго Льорис өз орнында. Франция ұлттық құрамасы сапында әлем чемпионы. Марсиаль. Блан. Блан Льористің қақпасына соққы бағыттаса, сол бір қызық болатын еді. 2 минут виртуалды қосылды. Матч аяқталуына санаулы секундтар қалды. 4-ші гол бола ма? Есеп қысқарат дегенге сенім жоқ. Міне соққы. 4-ші голға жақынырақ. Алмас Қасымжанов. 2 минуты было добавлено к нашему матчу. Ну и сейчас, видимо, после того, как Уго Льорис введет мяч в игру, и прозвучит финальный свисток. Где же он? Вот он, пожалуйста. Все. Завершается у нас первый матч третьего тура группы А. Алмаз Касымжанов без особых проблем обыгрывает Ислама Бакытова со счетом 3-0. Набирает Алмаз Касымжанов 6 очков. У Ислама Бакытова, к сожалению, пока в графе очки 0 баллов. Но я думаю, что есть еще время у Ислама Бакытова. Еще впереди 3 тура, чтобы набрать, ну, хотя бы 3 очка. Я думаю, что Ислам Бакытов будет очень рад. Мы будем с Алимжаном Аскаровым болеть за это. Алмаз Касымжанов побеждает. Алматы против Актау. Поздравляем Алмаса. Ну и никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Совсем скоро второй матч группы А.